Всем доброго утра. Погодка у нас снова изумительная. Утренний туман проходит. И сейчас мы пойдем на Глорию. Пастируха наша подсыхает. И сейчас мы пойдем на Глорию. Будем с ней работать. Сегодня уже все. Рабочие полноценные дни. Все нам позволяет здесь работать. Здесь у нас соседи строительные платформы. Поэтому у нас есть тут возможность заниматься лодкой, чистить ее. Но мы счистим, когда с пылесосом. Пылесос подзагорел у нас немного. Моторную яхту делали, поэтому шланги с, ну, ткань на другой конец шланга наматываем, как пыльную ловушку делаем, чтобы сильно не пылить. А когда приходится и без ловушки так распыляться. Ну ничего, так сильно природу мы не портим. Поэтому все у нас пока нормально. Никаких вопросов к нам нету. Ни местных жителей, ни работников на платформе. Они тут тоже нет-нет порой выдают, то что-то красят, то пылят, то еще что-нибудь делают. Поэтому там соль добывают. Там солевые эти, как их называют? Ну, как типа поля. В общем, там добыча соли идет. Вот, а мы сейчас поедем на Глорию. И будем ей заниматься вплотную. Уже будем делать, начинать делать палубу. Сейчас составлю график весь. Ну все, подготовим, там поубираем материалы. Возможно, сниму вам обзор небольшой по гелькоуту. Какой использую, как использую материалы покрасочные, чтобы все это держалось. Чтобы можно было красить, как мы делаем, с воды. Чтобы потом отслоений никаких не было. Чтобы к ультрафиолету была хорошая защита, к соли. Есть там свои небольшие секреты. Все, конечно, я вам их не открою, но основные параметры расскажу, конечно же. Ну, также имеет большое значение сам тип покраски. Когда красишь именно в процессе, где-то напылом, где-то полусухим, где-то сухим напылом, где-то жирным слоем, чтобы в итоге все это покрытие становилось монолитом, не было слоями, а именно монолитом. Потому как если накладывать слоями, от слоения пойдет большая вероятность. Поэтому все это я вам покажу в процессе. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, колокольчики, колокола, комментарии, задавайте вопросы, будем по возможности на них отвечать. Вот. Это лакура, горит, блестит, надо помыть ее. Вот так перламутр смотрится, видите? Красотень. Камера еще не передает вот именно всего перламутрового блеска, перламутровой красоты. Ну, попробовать можно, но подушечки вообще классно смотрятся. Вот эти. Они как подушечка китайская, шелковая. Видите? Вот какая. Надо еще петли вешать. С лакурой еще надо, да, работать. Тик просто сырой. Высыхает в течение дня, но ненадолго. Надо будет феном подсушивать и прокидывать еще все швы сикой. Все-все-все проделывать. С Катериной не успели мы тогда эту сторону. Значит, будем доделывать с Алиной. Катерина пока еще поправляет свое здоровье. Ну все, смотрите нас. Мы рады вам.
Пойдемте посмотрим, что Алина там делает. Что-то делает. Я услышала. Алина, здравствуйте. Доброе утро. Алина у нас занимается соцсетями. Да. Причем профессионально. Я профессионально пытаюсь выложить свой 2002 год. Дошла до сентября. Сентябрь был одним из самых насыщенных моих месяцев. Вот, вот, ну впереди январь, вы не забывайте, и февраль, так что есть кому побороться, каким месяцам. Я говорю за 2022, сейчас уже 2023, все, конечно же, по-другому, на других скоростях. Ну, тут у нас на лодке творческий такой небольшой бардачок, потому как материалы все нужны, и нужны здесь именно у нас, потому как это все у нас в работе еще идет, на склад отвозить. Не вариант. Одно только ездишь на склад, то взять, то отвезти. Поэтому все такое необходимое привезли сразу. Тут кранцами завалена каюта. В общем, порядок мы поддерживаем. Посуда, как мы видим, чистенькая. Это ребята в гостях были, пару стопок у нас остались. Ну все, вот так вот и живем. Общага наша. Наше общежитие.